Нам важно, чтобы технологии развивали свой возраст. Мне было очень интересно. Я посмотрел, чем люди занимаются, как они развиваются, как они мыслят. Все то, что здесь может быть наработано, и если это будет, собственно, российские разработки, точно они будут иметь перспективу и рынок. Задумываясь о том, как бы я этот продукт мог применить на предприятии, если бы я был его руководителем. Я такие вопросы задавал и понимаю, что есть хороший рынок у этого продукта.